Здесь все как на настоящем стадионе. Беговые дорожки, болельщики. В конкурсе ползунков принял участие 7 детей в возрасте от 8 месяцев до года. Малышам необходимо было преодолеть небольшую дистанцию, но только ползком, без помощи родителей. Мы были в тройке лидеров, но пришли, к сожалению, последними. Очень весело, очень задорно, да, вот сыну тоже очень нравится. Для Анастасии и ее сына Никиты это первые соревнования в жизни. Мальчик успешно обошел всех соперников и стал победителем конкурса. Здорово, весело. Просто он ползает дома и все. Хорошо ползает? Ну, как видите. А в будущем кем мечтаете, чтобы стал? Хоккеистом. Очень с удовольствием приняли участие, болели. И поддерживали. По традиции, в День семьи, любви и верности поздравили юбиляров супружеской жизни. 4 семейные пары, прожившие в совхозе имени Ленина, в этом году отметили изумрудную свадьбу. 55 лет совместной жизни. Среди виновников торжества семья Гусевых. Капиталина Дмитриевна и Юрий Александрович познакомились в 60-м году, а через 2 года сыграли свадьбу. С тех пор живут душа в душу. Просто уважать друг друга и все. Уступать. И никаких секретов. И, конечно, больше всего участники и зрители ждали парада колясок. В конкурсе приняло участие 5 семей. Каждой из них предстояло не только продемонстрировать детский экипаж, чтобы жюри смогли оценить плоды бессонных ночей родителей, но и представить свою семью в творческой форме. Традиционное мероприятие. Единственное, что новшество этого года, что из-за погодных условий мы были вынуждены все перенести в зал. Мы воспитываем молодые семьи, показываем пример семей, которые занимают почетный возраст, почетный стаж семейной и супружеской жизни. Семья Сидоренко за один вечер смастерили коляску в форме корабля, по сути, из подручных средств. За основу взяли санки, а саму конструкцию сделали из картона, пенопласта и скотча. Корабль, у нас будет плавание по волнам семейной жизни, как символ преодоления всех преград, препятствий, да. А у семьи Арцебасовых получилась настоящая мотоколяска. Папа Дмитрий 2 дня потратил на создание такого средства передвижения. Сразу и не поймешь, что за рулем сидит 1,5-годовалый малыш. Сын Артем оценил труд родителей и успешно справился с ролью бравого байкера. Это конкретно колесо от моего мотоцикла позаимствовал. Это, в принципе, тоже от моего мотоцикла, это тоже от моего, в принципе, все эти детали с моих мотоциклов, которые нашлись у меня в гараже. Мои идеи, папины руки, умения и его любовь к мототехнике, вот, пожалуйста, мотопапа, мотосын. Определить одного победителя конкурса было непросто. Жюри каждому из участников парада колясок присвоило свою номинацию, вручив почетную грамоту и подарки. В итоге победила дружба. Ирина Бокова, Владимир Бежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.